4 километра в час. Не устал? Мне больше нравится, чем устал. Новые тренажеры, апгрейд игрового зала, ремонт душевых и сауны с бассейном. Открытие ФОКа в Валуйках – большой праздник для местных жителей любого возраста и увлечений. Разная категория населения занимается детей. От 5 лет такие виды спорта, как футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис. В ходе капитального ремонта сделали разметку под большой теннис. Ремонтные работы здесь велись год. Однако, как говорят любители спорта, им это время казалось вечностью. Но ожидание стоило того. Хоккей мы занимались до его закрытия. Вот решили сегодня, так сказать, попробовать. Классные тренажеры, беговая дорожка, вот все эти вот лыжи вообще класс, очень крутые. Мы очень рады, кстати, обновлению паркета, очень ждали, потому что как бы время берет свое. Вот, обновили все, раздевалки, дети очень рады, глаза горят уже, когда мы придем, когда мы придем. С завтрашнего дня в ФОКе начнутся тренировки по графику. Вместе с отремонтированным стадионом с искусственным покрытием и уличными тренажерами он станет настоящим спортивным центром Валуек. Но для города и округа одного такого объекта, пусть даже самого современного, мало. Это подчеркнул приехавший на открытие комплекса глава региона Вячеслав Гладков. Он предложил как можно скорее начать работу над строительством еще одного ФОКа. Очевидно, что ФОК один есть возможность построить. Ищите место, да, давайте выбирать проект. Единственное, чтобы не затягивать время и лишние деньги, я предлагаю типовой проект взять. То есть в августе будем рассматривать бюджеты на 2022 год. И давайте договариваемся, что ФОК один заложен на следующий год именно Володь. Спасибо большое. Татьяна Куликова, Александр Кветко. Такой день на Мире Белогорья.